Уже с понедельника, 7 мая, вы сможете посмотреть долгожданные 84 и 85 серии украинского сериала «Кольцо с рубином», в которых вы узнаете о том, как все поражены признанием Яны в том, что она сфальсифицировала видео с Аней. Яна мужественно выдерживает нападки и упреки, но настолько подавлена последними событиями и откровениями, что не хочет больше оставаться в Черкассах. Она стремится начать жизнь сначала. Денис решает признаться Яне в своих чувствах, но не успевает. Она увольняется и собирается ехать в Польшу с Андреем. Чтобы поблагодарить коллег перед отъездом, Андрей организовывает небольшую вечеринку. Данил самоотверженно заботится о больной Ладе. Отношения матери и сына все больше теплеют.